устраиваем их при борьбе и идем с широтой и простором жизни. Сейчас находится наш покой. Чем дольше главная водная артерия доходит до круга, тем и главная архитектурная ось города. Наличие такой крупной реки позволило ветру воплотить его мечту и создать город-порт, по которому удобно передвигаться на судах. Слева от нас остров, с которого началась история Санкт-Петербурга. Здесь, 27 мая 1703 года, царь Петр I заложил крепость, названную на голландский манер Санкт-Петербург, а вместе с ней и город. В Петропавловском соборе, расположенном на территории крепости, находится усыпальница русских монархов. В настоящее время в исторических зданиях Петропавловской крепости располагается музей истории Санкт-Петербурга. Прекрасный вид на Петропавловскую крепость открывается с Дворцовой набережной, одной из самых фешенебельных в Санкт-Петербурге. Здесь находились дворцы великих князей и других аристократов. Коричневый дворец справа, напоминающий итальянские палаццо эпохи Ренессанса, парадный вход которого акцентирован тремя арками, принадлежал брату императора Александра III, великому князю Владимиру Александровичу Романову, который был не только командующим гвардией, но и президентом императорской академии Кнопки. Благодаря посредничеству великого князя, фирмы Фаберже было создано первое пасхальное яйцо «Курочка», подаренное императором Александром III императрице Марии Федоровне. Сам Владимир Александрович, члены его семьи,